Встречайте четвертый обзор французской комедии с участием гениального Пьера Ришара. В этом обзоре мы поговорим о фильме под названием «Он начинает сердиться». В этот раз Пьер Ришар играет учителя математики по имени Пьер Дюруа, который не умеет никому отказывать, и поэтому на нем едут все, кому не лень. Его отец, мэр города, его друг, журналист. Напиши мне статью к обеду. Мне очень жаль, Патрик, но это невозможно. Ты с ума сошел? Я пишу речь для папы. Его непосредственный начальник, директор лицея. Ваш коллега Берне внезапно заболел и не успел закончить проверку письменных экзаменационных работ по математике в выпускном классе. Вы замените его. Пытаясь всем угодить, Пьер Дюруа попадает в нелепые ситуации, на которые невозможно смотреть без улыбки. Я вернусь через 2 минуты. Черт, я перепутал папки. Он срывает съемочный процесс кинофильма. Не скажет ли мне кто-нибудь, где Патрик? Проводит ночь с популярной актрисой. Вот я вам и рассказала всю мою жизнь. Теперь вы знаете, за что я ненавижу журналистов. Становится героем скандальной статьи и в итоге портит предвыборную кампанию своему отцу. Я здесь ни при чем, папа! В кинокартине звучит замечательная музыка Владимира Космы, которая так полюбилась советскому зрителю еще со времен первых фильмов с участием французского комика. Ну а Пьер Ришар мастерски влипает во всевозможные истории, выпутываясь из которых, еще больше усложняет себе жизнь. Это он! Это месье Дюруа! Простите, я упал не по своей вине, я больше не буду! Правда, он делает это настолько смешно, что на протяжении всей кинокомедии я с улыбкой следила за похождениями его персонажа. Что вы деретесь? Вы предатель! Он начинает сердиться или горчиться, бьет в нос. Отличная французская комедия, которую можно пересматривать бесконечно и под любое настроение. Ставьте лайк, если вам понравился этот обзор. А чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго!